Здорово! Сегодня видео у нас будет немножко интересной информации, ее немножко, но это довольно-таки важно. Итак, сегодня и на все выходные мы немного корректируем уже привычные правила PvP боев. Думаем, что большинство активных игроков согласится, что захват базы в сражениях далеко не всегда является приоритетом для команд. Отчасти это зависит от размера карты и удаленности вражеской базы. Но зачастую дело в том, что этот процесс занимает довольно много времени. Поэтому мы предлагаем вам опробовать бои с ускоренным захватом баз и оценить, как изменится игровой процесс и поведение ваших союзников и противников на поле боя. Начиная с вечера 2 сентября и до утра 5 сентября базы будут захватываться в два раза быстрее. Это изменение актуально как для случаев, когда захват проводит один игрок, так и для случаев, когда базу захватывает сразу три игрока. Максимальное количество игроков, при котором захват проходит быстрее. В два раза быстрее базы захватываются, я не знаю, мне кажется, вот сейчас базы как у нас были, мне как-то хватало. И никто, по-моему, даже не жаловался, что что-то как-то долго захватывается, чего-то не хватает. Мне кажется, было идеально все. Пишите, конечно, в комментарии свое мнение. Ну, такое изменение, чтобы вы знали, пишите свое мнение, потому что, ну, оно повлияет, останется ли это так или останется как было. Пишите, в общем. Ну, я свою роль сделал, вас оповестил, в общем, знайте. Ну, а на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх, буду рад вашей подписке, и до новых встреч. Пока!